Всем привет, канал Аналайф. И сегодня у нас началась посевная 4 апреля 2016 года. Сейчас уже 8 часов, без 5-8. Собирались ехать домой, пробовали то, что поле сыровато немного, ну сеять можно, застраивала сеялка. Я ее вытащил, начали уезжать. И вот земля такая мягкая у нас, сыроватая. Поехал я с прицепом. 15 тонн, наверное, было загружено зерна. И вот результат. Кейс не смог его вытянуть. Сеялка уехала в мастерскую, сейчас должен приехать Димон на погрузчик меня вытаскивать начать. Здесь леса у нас. Как всегда, в начале сезона крупных работ есть сюрпризы. Сегодня было не без исключений. Сегодня культивировал это поле, несколько раз сам буксовал, потом вытягивали сеялку, провалилось. Вот теперь сам трактор, загрузчик еще провалился. Зерна рассеяли немного. Так было все на пробу у нас сегодня. Ну вот. Сколько осталось? Так, этот прицеп 18 тонн заявлен, ну 20 тонн он возит. Спасибо всем за внимание. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, также в группу ВКонтакте. Всем пока!